товарищескому матчу комментарий «Товарищ». Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Наполи встречается с Кротон. Классная атмосфера на стадионе. Сегодня радует организация всего события. Все продумано на современных стадионах. Главное тут то, что придумывается и реализуется для болельщиков, что организаторы думают о людях, которые создают неповторимую атмосферу на трибунах. Такое всегда приятно видеть и еще приятнее быть частью этого. Матч, в котором тренеры могут попробовать разные схемы, разных игроков. Ты ждешь чего-то конкретного от предстоящего поединка? Я жду, во-первых, голов. И надеюсь, тренеры запланировали проверить сегодня новые атакующие модели. Посмотрим на состав Наполя. В воротах Оспина. Кулибали в обороне играет с Манолосом. Жилинский вместе с Пеней в центре полузащиты. И в атаке сегодня играет Милик. Мы видим состав команды гостей. Классическая расстановка с упором на фланги. Мобильные вингеры обеспечивают высокую скорость игры. Первый удар по мячу, и игра началась. Жилинский. Диего Демме. Милик. Шире игру стараются развернуть. Мяч на фланге. Рикошет. Мяч уходит за пределы поля угловой. В центр штрафной. Мяч с углового летит. Совсем не получилась подача. По сути, просто мяч отдали сопернику. Инсенье подает в штрафную. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Все верно, пора сместить акцент атаки. Отдает он мяч партнеру. Смещается в центр. И вот удар. Уверенно вратарь справляется с этим ударом. Да, чем-то неожиданным не стало для голкипера. Вратарь выполнил свою работу четко и умело. Мяч летит в центр. Через себя пробил. И мяч в сетке. Одно слово. Кудесник. Ну, тут нет слов, просто какой-то Ван Бастен. Эффектно и эффективно. Гол красавец. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Калихон с мячом. На Инсинье передача. Выбит мяч из штрафной. Армен Террас. И навесить тут нужно. Армен Террас. Ходит мяч у них. Милик.
Атака остановлена, но кто получит мяч? Все возможности для контратаки перед ними. Есть адрес у этой передачи. Бить можно и забивать. Блестящее спасение! На угловой он мяч выносит. Давайте еще раз посмотрим, как был забит мяч, который вывел команду вперед. В центр штрафной пошел мяч. Очень вовремя защитник играет на вынос. Мяч будет введен в игру из-за боковой. И вперед он идет. Сильная подача получилась, мяч уходит в аут. Еще раз придется вводить мяч в игру руками. Хосе Калихон. Наполи атакует через фланг, и там свободно. Инсини этой подачи пытается на Дани найти. Отличное спасение, отбил мяч вратарь. Армен Террас. Играет в пас команда. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Милик. В атаку они переходят. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Можно навес сделать здесь. Не удается его остановить в защите. Не получается навесить. Хорошо защитник сыграл. Мяч ушел в аут. Играет он на партнера. Есть тут возможность к воротам убежать. Навес напрашивается. Играют они в пас. Катают они мяч. Отдает он передачу. Друзья, вы по воротам-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Обратно на партнера играет. Пас, пас, еще раз пас. Очень много передач у этой команды. И разрезающий пас на ход. Отдает он мяч партнеру. Может что-то из этого прохода получится. И что дальше тут будет? Можно продолжать игру, чисто сыграно. Тут может быть опасно. Защитник молодец просто. Как здорово сыграл. Армен Террас. Ходит мяч у них. Классно он мяч перехватил. Отлично игру прочитал сейчас. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Лоренцо Инсини. Жилинский. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Футбол быстро. Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока. Инсини вообще на поле не видно, откровенно потерялся. Продолжается наш матч, второй тайм. И как он дальше мячом распорядится? На секунду бы попозже начать это открывание, может быть и не было бы офсайда. Милик.
Толкается с защитником, но мяч сохраняет. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Уверенно они в атаку идут. Фабиан Руис. Хорошо разыграно, навешивать надо. Хорошее владение мячом они показывают. Играет в пас команда. Мяч в середину штрафной идет. Не смог защитник как следует мяч. С ленточки мяч вынесли. Потрясающий момент, который чуть не обернулся голом. Статистика говорит нам почти все об этом матче. Они не создают достаточно моментов, не создают проблем для вратаря. И от этого счет на табло не в их пользу. Нужно, конечно, что-то менять в атаке. Такое впечатление, что они решили поставить рекорд по точным передачам. Умеет он с мячом обращаться, и сейчас это демонстрирует еще раз. Шикарный пас получился. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Жилинский. Лоренцо Инсинье. Передачи в его исполнении сегодня невероятно точны. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Калихон. Ждет он вариантов. Ну, не пробить таким ударом вратаря. Слишком простым он получился. А момент-то был отличный. Пробей он тут чуть акцентирование, и у вратаря были бы серьезные проблемы. Замену сейчас тренер хозяев проведет. Да, игрок готов уже выйти на поле. Отдает он мяч партнеру. Момент! Забивай! И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Да что ж творится-то сегодня с обороной, а? Ну, я бы тут не стал сильно ругать защитника, просто нападающий сыграл идеально. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Диего Демме. Лоренцо Инсинье. Наполи с мячом у ворот соперника пытается сократить отставание. Отдает он передачу. Двигается с мячом вперед. Фабиан Руис. Вводит мяч у них. Очень вовремя защитник играет на вынос. Им позарез нужно забить, так что эта тактическая замена абсолютно оправдана. Он подает в центр штрафной. Ну, возможно, в следующей атаке им повезет больше. Переходят они в атаку. Можно навес сделать здесь. И выносится мяч из штрафной. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Свежие силы выпускает на поле тренер. Лоренцо Инсинье. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Марио Руи. Лоренцо Инсинье. Что-то он может придумать с мячом сейчас. И мяч на фланг отправляется. Пошли последние 15 минут. Не торопясь, они разыгрывают мяч.
Очень хорошо они с мячом обращаются. Сегодня владение на уровне у них. И владение, и движение. Вот так играть в пас очень непросто. Поэтому только можно восхититься их действиями. Хосе Калихо. Милик! Хороший момент у него был. Но он его не использовал. Удар от ворот. Хосе Калихо. Лоботка. Пас на ход может быть интересно. Будут вбрасывать мяч из-за боковой они. Наполи собирается свежего игрока выпустить на поле. Марио Руй. И подавать сейчас нужно. Защитник подчищает, мяч выбит. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Без мяча остаются они. Лоботка. Эриф Элмас. Марио Руи. Можно подать. Защитник справился с навесом. Хороший прессинг соперник показывает. И как он дальше мячом распорядится? Момент! Навес в середину штрафной. Вратарь переправил мяч через перекладину и будет подача от углового флага. Пошла подача. Тащит вперед мяч. Навес тут должен последовать. Ох, не попадает он в створ ворот. Хорошая получилась сейчас атака, но подвело завершение. Совсем у него удар не получился, и мяч пошел сильно мимо ворот. Не отдает мяч под прессингом. И матч завершен. Очков за эту победу, конечно, не присудят, а вот премиальные, наверное, выпишут. Конечно, и премиальные выпишут, и в новостях лишний раз дифирамбы споют. Полезно это для любой команды. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось на то. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог и команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас.